Всем привет, друзья! Сегодня будет новый обзор из магазина Fix Price в ТК Лайнер, город Челябинск. Посмотрим, какие новинки к нам привезли. Медовая акварель гамма, классическая. Посмотрите, какие яркие расцветки. 24 цвета. Нетоксичные, легко смешиваются. Цена 99 рублей. Цветной картон, формат А4, 18 листов, 9 цветов. С крутыми яркими обложками. Покажу вам, насколько яркие цвета. Листы односторонние. На первом листе обложки есть небольшое оригами. Такой картон не самый плотный. Стоимость его 55 рублей. И еще в магазине есть металлизированный картон. Сейчас на него посмотрим. 10 цветов. Аналогичная стоимость с раскраской на первой странице. Пряжа из Троицка. Называется «Пчелка». Состав 100% акрил. Длина 400 метров, стоимость 99 рублей. Голубой, бежевый и розовый цвет. Симпатичные. В продаже также есть пряжа кроха, стоимость ее 55 рублей. В моточке уже поменьше, 108 метров. 20% шерсть, 4 цвета. Нитки для вязания Handmade Club, 120 метров, 60 грамм. Стоимость 99 рублей, состав хлопок акрил, мягкая. И насколько она толще, чем пчелка. В бежевом, кремовом, голубом и зеленом. Вафельное полотенце, стоимость 55 рублей. Аккуратная, не тонкая ткань. Размер 35 на 60. Состав 100% хлопок в нескольких цветах. И еще одно вафельное полотенце подобного плана, но с рисунком цветы. Размер 45 на 60 сантиметров. Цена 55. Новенький набор мыла от Дуру. 4 штуки в упаковке, овальной формы, двухцветные. С морским ароматом. Одно мыло 110 грамм. Стоимость упаковки 149 рублей. Мыло Невея. Свежесть морских минералов. Увлажняющее мыло. В белом цвете 90 грамм. Стоимость 55 рублей. Три средства антиэйдж формула. Первое — это гиалуроновое желе для лица, дневной уход от морщин. Стоимость 77 рублей. Объем 75 миллилитров. Это бренд Florissant. Еще два средства — это сыворотка красоты и мезококтейль. Объем каждого 30 миллилитров и стоимость уже 99 рублей. Пишите, как вам эти средства. Обнаружила два средства для стирки Люма. С розовой полоской, предназначен для цветного белья. Зеленый для белого. Сбоку на бутыльке есть мерная шкала, хотя бутылек и не очень сильно просвечивает. Стоимость 99 рублей. Объем 1000 грамм. Для стирки нужно всего 3 ложки. Даже ангелы делают педикюр. За 149 рублей средство 2 в 1. Это отшелушивающая пилинг-маска для ног производства Корея. Есть противопоказания. Рядом с кассой обнаружила коллагеновую маску стоимостью 55 рублей от Samsung. Произведено в Корее, питает кожу, увлажняет, придает упругость. Второй вариант маски с экстрактом морских водорослей и гиалуроновой кислотой. Оказывает подтягивающий эффект. Маска от Garnier, стоимость 77 рублей, питание бомба. Эта тканевая маска в молочко направлена на интенсивное питание и восстановление. На кассе сейчас также можно приобрести рисовый скраб от Nivea, очищение и гладкость. Цена 149 рублей. В других магазинах такой скраб стоит от 200 рублей. Снова в продаже появились милые носочки Ecotext. Носочки средней высоты с изображением. В составе 75% хлопок, 25% полиамид. Для вас достала все возможные дизайны. Мне очень понравились бананчики. Цена 55 рублей. И еще одни носки, они висят в этой же стопке, но я посмотрела, у них другой рисунок. Идет по краю, они повыше, состав идентичный, стоимость 55 рублей. Детский водный пистолет, такой прикольный, в руке лежит комфортно. Снизу маленькая кнопочка, сам пистолет легкий, воды, конечно, в него много не набрать, зато выглядит привлекательно. Кроме дельфина в магазине есть акула, зеленый крокодил и кит за 99.
Еще в Фикс Прайс есть большие, просто огромные водные пистолеты. Резервуар для воды здесь намного больше. Стоимость 249 рублей. В магазине представлено в различных цветах. Поправьте меня, но я нашла здесь набор с игрушкой за 149 рублей с журнальчиком. Раньше вроде бы игрушка шла в шарике. А теперь ее можно легко разглядеть, а значит выбрать недостающую из коллекции. Переходим в книжное отдел. Здесь появились экспресс-тетрадки. Один из вариантов на грамотность, цена 55 рублей. С обратной стороны есть специальное колесико. Поворачивая его, открываются слова, например, гриб-грибок. Внутри много слов на изучение различных правил. В самой тетрадке не больше 20 страничек. Я в магазине нашла грамотность, ударение, таблица умножения, русский алфавит, английский алфавит и удвоенные согласные. Детские книги с известными произведениями. Произведения печатаются без сокращений, стоимость 99 рублей. Книги небольшого формата, внутри не крупный текст, не самые яркие картинки и на ощупь листы напоминают, как в старых книгах. Уверена, вы найдете любимую сказку. Загляните в отдел для кухни за формочками для выпечки. Материал — углеродистая сталь. Из такой формы получится 6 небольших печенек. В магазине 3 формы на выбор. Ракушки, цветочки, размер 24,5 на 14,5 см. Третий вариант за 149. Неожиданная и необычная терка из упрочненного фарфора 20 см. Это как небольшая тарелочка с уже встроенной теркой. Цена 99 рублей, с одного края вытянутая часть, за которую удобно держать. А вот и тарелочки поменьше. В прошлый раз мы с вами смотрели большой вариант. Еле заметный серый рисунок, с краю серебряная полоска. Опаловое стекло 22,5 сантиметра и почему-то стоит дороже, чем большая тарелка. А как вам новая фиала? По краю идут мелкие точки вокруг. Просмотрела несколько штук без дефектов. Объем 820 мл, керамика, стоимость 99 рублей. А помните, когда-то в Фикс Прайс привозили и такие тарелочки? Так вот, в этом магазине они все еще в продаже, также по ободку идет рисунок. Диаметр 20 сантиметров, материал фарфор, 77 рублей. А это цены других тарелочек из этой серии. Минажница с ручкой, производство Китай, 23 сантиметра, высота 15 сантиметров. Продается в коробке, материал опаловое стекло и цинковый сплав. Минажница имеет 3 секции и почему-то круглые края, хотя на картинке волнистые. Так выглядит ручка, стоимость 249 рублей. В продаже появились банки с крышкой, крышки красного цвета все, 200 мл, производство Паша Бахче, стоимость 27,50. Можно банку ставить на бок, либо просто прямо. Отличный вариант для специй, идеально составляются друг на друга. Стакан под названием Прованс, производство Паша Бахче, город Бор, объем 275, толстое дно. В магазине две расцветки с мелкими цветочками и с птичкой. Стоимость стакана 55. Новинка — чипсы Pringles со вкусом краба, 70 грамм, стоимость 27,50. В целом Pringles всегда не дешевые чипсы, но выгодно их покупать именно здесь. Salvita, лечо по-болгарски, в стеклянной банке. Масса нетто 680, объем продукта 300 грамм. Стоимость 55 рублей. Привлекательно то, что в составе нет ни одного консерванта. Рядом стоит еще одно лечо по-болгарски, его стоимость также 55. Масса основного продукта 224 грамма. Если смотреть состав, то мне этот меньше нравится. Воздушные сухарики багет хрустим со вкусом королевский краб, 50 грамм, стоимость 27,50. И еще такой багет есть со вкусом сырного ассорти. Новый маленький десерт от Фаретти. Это какао-бисквиты с карамельной начинкой и щепоткой соли. 60 грамм. Аппетитно выглядит на картинке, а вот состав совсем не аппетитный. Стоимость 27,50. Напишите, если уже попробовали. А в Ашане обнаружила скидку на сироп черники, который продается фикс.
Поделили для животных все по-старенькому, ничего нового не привозили, все те же самые корма. На этом обзор подходит к концу. Я всех благодарю за просмотр. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Оценивайте это видео пальчиками вверх. Всем хороших покупок. Пока-пока!